Здравствуйте, дорогие подписчики и просто персона юзер. Сегодня я расскажу про самого сильного героя в Персона 4 Ультимакс Арнес именем Рскуд Жикава. Рскуд Жикава самый сильный герой, очень сильный герой в Персона 4 Ультимакс Арнес. Никто не знает, как она появилась на битве древних, но она охуенна. Итак, переходим к скиллам и комбо. Первый скилл то хук пуджа до Т2 послает противника автоматически нахуй, после чего побеждает в раунде. Второй скилл рискуд жикава врубает истинную радикальную феминист. Отталкивает ебаного спермобака подальше от не. Третий скилл це ебаная пила, которая делает резать, убивать. Четвертый, пятый скилл самый бесполезный, забудьте о них вообще нахуй. Шестой скилл рискуд жикава начинает петь дожди из мужиков после. Лед свечего приходить смерть с небес. Седьмой скилл сам лучший скилл у Доте 2 рискуд жикава берт всю волю радикальной феминистки дат по ебалу ебаному спермобаку. Восьмой скилл рискуд жикава взвает анальные шарики, благодаря чему он становится независимой от тупых мужланов. Девятый скилл сам лучший скилл Counter-Strike Global Offensive. Рискуд жикава начинает нереально флексить, словно Рикардо Милос, благодаря чему противники уходят на хусарен. И наконец десятый скилл то ебаная ульта. Рискуд жикава объединяет сил феминисток всего мира и потом испепеляет ебаного спермобака, чтоб он больше не плювался со своей спермой. Мужлан ебан разобрал все скилл самого сильного героя, очень сильного героя у Персона 4 Арена Ультимакс. Можно спокойно идти пиздить ебасос ебаному. Теперь заходим в комбо и видим результат наших трудов и усердных тренировок. Спасибо за просмотр того говна. Подписывайтесь на канал, а также подписывайтесь на паблик ВКонтакте экстремальных комьюнити for persona. Идите в пизду.